На 8 строчке расположился полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов. Литвинов, что называется, с ноги влетел в основу в прошлом сезоне и с тех пор уверенно упрочил свои позиции. Руслан отличается своей многофункциональностью, может сыграть на разных позициях, быть опорником или даже центральным защитником. Главный тренер Гильермо Абаскаль использовал его в разных амплуа. Руслан отличается тем, что выдает очень большой объем работы, борется до конца и активно подключается к атакам. Верим, что под руководством Абаскаля Руслан раскроется еще сильнее.